Всем здравствуйте. Приехали до Гранд Театра. Посмотрим, что тут есть. Вечер французской музыки. Летучая мышь. Я уже давно не был. Да, честно говоря, мне опера не сильно нравится. Такой человек танцует, я согласен. А вот именно там, когда поют, не сильно мне нравится. Не знаю. Иду в Светланку. Сейчас Светланка должна подойти. Поставил тут на платную стоянку. Вот здесь нигде не можно поставить машину, только на платную стоянку. Ну, хоть 15 гривен, полчаса. Сейчас должна Света подойти. И поедем домой. Мне блинчики понравились, с утра ела. Так, мама? Ну, то блинчики были вкусные. А что ты просыпала? Корм рассыпали наши пацаны. Это с картофелем со шкварками. А, то уже и шкварки там внутри? Да, внутри уже есть. Ну, супер. Мама ела блинчики. Ты как раз оставила два блинчика. Я приехал, ту маму поела. Вот это Галя балованная. Боже, очень вкусно. И блинчики. Блинчики вот такие. А это что в пакете? Уже приправа готова или что? Нет, это уже готовые эти вареники. А там написано. Вот такие блинчики вчера я делала. Боже, какие невкусные. Линцы с мясом тоже делают. Галя балованная. Боже, какая вкуснятина. Мы сегодня с утра... Ну, мама ела. Да, там они... Оно такое. Понравилось, мам, тебе блинчики? Мам, блинчики понравилось, а правда вкус не было? А что, то ж магазин. А як домашний, то не нравится. А что ж ты кажешь, то магазинский, кажешь. Место очень хорошее. Мама каже, бо то магазинский. Там, оказывается, в том тесте... На литр молока 5 яиц. 5 яиц дают на литр молока, чтобы сделать вот эти блины. А, сомневаюсь, что там пишет, и так они сделали. Нет, марка держится. Это ну, не молока. Знаю. Что ты думаешь? Ты думаешь, там пишет, что сколько там дают 5 яиц, они точно 5 яиц ну, дали. Пишут, они могут и 4 дать, но не могут. Мне очень вкусно, ну. Мне очень понравилось. Ну, Светланка, еще какой классный. Кексик спекла, да? Да, еще горячий. С творогом. Ух ты. Боже, сколько они напекают. Сколько они кушают. Я не знаю. Сколько можно кушать, так, Светлана? Да. А я люблю сладкого. Слана на выходные постоянно печет. У меня такое, конечно, не получится. Аж парует. Ну еще горячий слой. Надо чуть подождать. Ну, это немножко творога, думаю, сделаю кекс с творогом. Это правильно? Ну, сладкого нет, печенье не купили. Да, к чаю будет. Ну. Танк уже нарезала. И на стол чайку попьем. Так, мама? О, мама моряк. Что это за футболка? Я думал, что моряк. О, здесь вон еще горячий. Вареники, да. Да пускай уже чай закипит, а потом уже вареники. Подожди, мама, подожди. Надо салфетки купить завтра, так? А то что там еще? Яблоки запекаются. Угу. Ну да. А вельчик себе. Яблочки. Хрустики ест. Не, скажи, я хрустики ем. Притаился. А о, я внутрь положил. Уже внутрь положил. А вкусный борщ, но я уже борща не хочу. Ты что, борщиками хочешь? Не-не, Светлана мне вареники разогреет. Ага. Не хочу я борща. А вам что, холодно, Светланка, в хате? Не, просто на улицу выходила, сейчас я его сниму. А, я думал, что вам холодно. Вроде у нас тепло. У мамы в футболке, а ты без рукавки. Гарный пинки перш, давно же борщ. В том году ты варила, Свет. Господи, боже.
меня времени нет. Я вам только суп мать, готовлю. Мать, прошлогодний борщ, что ж ты за борщ сварила с прошлого года, Светлана? Что это за борщ? Ты где его так хранила? Кстати, надо будет майонез закупить. Ни майонеза, ни сметаны, ничего. Да завтра я уже куплю. Сегодня я никуда не ездил. Завтра уже куплю. Коля купил мне лекарства. Купил ли Николай лекарства? Да, завтра надо еще, тут не хватает одной этой пластинки. И надо будет мне их по контейнерам разложить, чтобы я знала, что пить. А ты мне оставишь коробку, я поеду, ты да, куплю. Да, завтра буду купить. А, ты в эту штуку специально сложил? Да, все сложил. А в контейнер, ну классно. Утром, да, 8 вечера. Мы зашли в 3 аптеки, и не было этого лекарства. На 3 месяца врач назначил. Он сказал, если на 10 дней, если мне на 10 дней, на 2 недели, если давление не будет падать, то надо будет к нему прийти на консультацию. А если будет все нормально, то, короче, она будет 3 месяца пить. А потом на консультации. А что ты не чувствуешь, когда у тебя давление? Нет, я вообще не чувствую, что у меня давление. Я прихожу к врачу делать УЗИ, у меня 160. Сегодня я иду к врачу, у меня 150. Я с утра пью лекарства, а не вижу это вообще. Не чувствую близко этого. Сегодня купил вот такое сладенького и сгущеночкой. Светлана не ест, ей нельзя. Маме можно, и мне. На, мама. Мама смотрит службу по телевизору. Не, долечки нельзя, долечки не давай, не. Ешь сама. Дольки не вздумай давай, будто сладкий сильно. Не давай, мама, не давай. Бо она будет проситой, не давай. Мама службу смотрит. Это правильно, до церкви куда будет идти. А так дома ты смотришь по телевизору. Светланка гладит. Да холодно, на улице холодно, сильно. Чайник охраняет Светлану. Ну, а теперь я попробую. На, забросили пельмени. Пельмени. Вареники пробовали, а пельмешки еще не пробовали. Сейчас я попробую сладенькое. Вкусно. Классно. Ну, а сегодня я сладкого купил. И Николай приехал и тоже нам привез. Тоже я наемся сегодня сладкого. Светлана уже ничего не печет. Да еще у нас и кекс есть. Сейчас Светланка собираемся, все это помоет. И поедем нашим барбосам корма купим, да? Корма купить обязательно. Посуду мыть. На кухне там надо. Салфетки надо купить. Для того, чтобы печь купить, бумагу нету. Ну, то сейчас поедем. Чарлик на улице. Не хочет заходить, пацан. Тимошка сегодня на кухне. А Чарлик на улице бегает. А наши пацаны дома. Дома. Ты заедешь, если что, там у той собачки дашь черный гриз. А, ну да. Может, она и будет. Хорошо. Ильчик дома греется. И Далюнька бегает. Светланка пошла в магазин, а я барбосика накормить. Какой-то новый появился, я этого не видел. С ошейником, видно, чей-то был. Наверное, отпустили это и все. И бегает бедный. Мы же приехали. Это позднее. Сейчас мы им дадим. А это что такое? Это с тунцом. Завтра им дашь. Сегодня им даю с мясом. А. Да я тоже такое покупал. Не, я другое покупал. А это с ягненком. Билли это кушает.
Да не, я тоже. Виля кушает один. Один Вилька кушает. Чарлик тоже кушает. Да. А я тебе скажу, что Чарлик не выбирает. Чарлик молодец. Сейчас он там по чуть-чуть этого жидкого помощника подходит. Ну, уже ждут. Ждут. Я там на улице накормил тоже черненького. А Чарлика убежал к матери. Да, папа сегодня подкормил. Я не была той черненькой. Та черненькая постоянно там бегала, что не было. Она каждое утро там сидит, она, видно, там живет, потому что там какой-то чизовод, чешет. Да они там живут, конечно. И она утром выходит оттуда, и она сидит, как будто кого-то ждет. Ну, там много охранников заходит, может, ее подкармливают. Да я видел, что охранники подкармливают их. Есть добрые люди, которые кормят животных. Что сейчас проезжаешь вон на мусорках, сколько собак сидят в этих мусорках. Да полно. И люди ходят тоже, там есть один мужчина, он постоянно ходит вокруг него. Две или три собачки. И он их кормит. Сам бельтует, а и собакам все равно что-то ищет. Даже в тех мусорках какие-то кости, еще что-то дает. Брывова их сладкие. Коля купил. Что? Живот болит? Маленький кусочек можешь съесть. О, яку мама вкусняшку вам приготовила. Идемте, мама даст чуть-чуть. Давай вперед. Давай, Чарлик будет первый. Подходи, подходи. Виля, не лезь до Чарлика. Не, он обошел. Так, Вилли, на, Вилли. Не хочет. Ему что-то не понравилось. Чарлику понравилось. Чарлик аж лапками миску обнял. Сейчас Чарлик придет и поможет. Что он даже не хочет. Вот Доля хочет только мачо. Носом не хочет. Доля будет кушать. Не хочет. Чарлик что-то там а уже есть. Кошок. Кошок это кошок. Погулял на улице ты ему что? Филя. Попигала, да? Филя попиг. Кошелочку. Похолодало на вечер. Ну. Уже прохладно. Да уже, слава Богу, так. Вот такой кошек. Хорошо, что дождя нет. Тихо, да уже будет снег. Ну да, уже в ноябре был снег. А там вот уже и так нема. Кому уже и не будет. Зимы ж такое. Та ну, мама, як-нибудь. Та лучше хай снег будет, чем на голую землю будет мороз. Ну, чему? Снег лучше. На голую землю то недобре. На то и зима. Та зима хоч, може, якусь гаду сприб... Що там случилось? Що, поїв? Що, поїв мало? Що случилось? Не знаю, що-то він там услыхав на вулиці, почав лаять. Може, мало йому дала, та він тобі лає. Чарлику мало. Гау-гау! Що насипте мені в тарілку? Телефон вдома ставив. Що-то він розозлився. А, Света поехал, да, телефон дома оставил. Это, говорю, уже не возвращаемся уже. Ай, Господи, Боже. Ну, время еще только полтретьего, потом я еще сделаю рыбу в духовке. Рыбу хочешь делать? Ага. А да. Ты что, салат еще купила? Да, я купила салат, зелень. Салат купила, эту себе кашу купила добавлять. Да, горошек купила. А, Светланка же на диете. Два булгур взяла. Потом взяла вот эту, вот эту. Взяла шпинат. Морскую капусту взяла. Дальше это тоже. Я раньше любил морскую капусту. Вот это я вечером сделала. А ты что же морила капусту морскую? Если хочешь.
же делаем морскую капусту на вечер. Хочешь яйцо? Да нет, тебе ешь, мне не надо. А что, я спрашиваю, не, не, что делать? Все для тебя, не для меня. Замороженный. Две салфетки я взяла. Докторские, там написано, что докторские можно кушать. Да теперь и ты на диете, ну, мама на диете. Один только я могу кушать. Я говорю, Марина, ты что, корнеты ел, Вилёк? Ты всё холодильник не ел в корнете. Кто-то давал им сладкое. Смотри, смотри. Собираю все. Виля, кто-то там тебе оставил корнет, да? Что там унюхал, Виктор? Так корнеты кусочки разбросал. Всё? А Чарлик уже? Ну, Виля не ест, только ест. Раз не хочет Вилька, то пускай Чарлик доедает. Не сыт он. Хай доедает Чарлик. Молодец. Скажи, что будет пропадать. А Виля крошки собирает. Светлана в тарелку тебе насыпала корма. Тушенки собачьей дала. А он крошки собирает. Он пошел корнет есть, смотри. Ну, значит, нравится ему. Вкусно, Витя, да? Захотелось ему, что сделаешь? Ну, а Тимошка как надулся, сидит. Тепло ему на кухне. А я сегодня захожу в комнату, да, вроде бы, там тепло, открыла окно и вышла, и клетка. А он сидит и трясется. Тимоха? Да, замерз. Я закрыла окно, сразу она перестала. Ты сидит и трясет. А я не раз в спальне так само захожу, а клетка дрожит. Так смотрю, он так сидит, так и дрожит. Но окно нельзя открывать, потому что ему холодно. Мужа куда? Раньше его выносили на улицу. Сейчас попробую на улицу, то он там замерзнет. А мне работница одна моя рассказывала, как был случай, они ехали с мужем с работы. И это, уже было прохладно. Кто-то попугаев выпустил, оставил на улице маленьких, вот таких разноцветных. И они задубились все на этом. Да, конечно. Сидели такие уже, мы их позабирали, те, что были, привезли домой, говорит, они до вечера поумирали. Ну, а у Марии что-то было? Она на улице оставила, не потекала, чи что? Чи кот их съел? Да, вот это чик. Клетка стояла на улице. И они поубегали в ней, так? Да, коты не пили. А замерзнут на улице? Не, да они мерзнут. Конечно але... замерзнут, а я, конечно, погибну. По-другому никак. Да они и убежали. На улице стоят. На улице стоят. Да зимой я, мама, на улице. Зимой они замерзнут. Як тепло-то так, а зимой, а ну, постав попугая. Да ты через полчаса, то він тебе каченіє. Да и осенью в заморозке он замерзнет, мам. Ну да, то что попугаи любят тепло. Мы вроде бы все взяли, да, что хотели? Да вроде. Мою сумочку назад в машину. Ты говорил, что я тебе забрала ее. Конечно. Сумки мои все с машины позабирают. У меня такая сумка была зеленая, красивая. Уже ноги достала. Что не, мам? У меня еще красная есть, классная. А это ты сумку помнишь, не? Теня. Вот так что не поделалась. Сумкой. Позабирали. Кто забрал? Ну, признавайтесь. Не знаю, кто забирает. Я постоянно, как с машины заберу, что-то куплю, принесу домой. Раз же сумки нет. Це я дома. Як мені прислали, ти то забрав. Ну во, вот это. Да, вот это. Это ж полосат. Бо ти кажеш маленька купить. Так, на хорошу. Як раз магазин, щоб купити хліба небольшого. Заказав я капусту. Дві сітки нам капусти, два мішочка таких. Завтра привезут. Хочешь, да, будем квасить капусту. А? Да, будем квасить капусту. Так мешок не будем, а треба два. Два? Я заказал два. Ну, як ти, от ти взяв. Не, два. Ой, по-моему, ти два й брав. Не, я два не брав. Я вообще мешками не брав, я так брав. Мішок.
Два мішка, вони по 30 кілограм і, або по 25, кажу. То виходить один мішок, виходить 400 з чимось. Кушай. Два мішка, посічемо капусту. А головок 5-6 оставимо зверху собі на голубці, та й все.